afternoon. It's nice to see so many of you here. My name is Tommi Sievers and I come from part of Hamina Kotka. Thank you, Alexei, for this opportunity to tell all of you about this brand new port. Port of Hamina Kotka was actually established this year, 1st of May. So it's brand new company, and the ownership is 60% city of Kotka and 40% city of Hamina. And of course I'm happy to answer any questions now, but also on the bus it's very good chance to ask more questions. Thank you very much. Добрый день. Еще раз, меня зовут Алексей Костенко, я представляю компанию Стевека. Стевека является одной из стивидорных компаний. Здесь порту Котка, порту Хамина Котка. Мы работаем также в Хельсинки и в других местах Финляндии. Вот стивидорные наши операции. Какой объем имеет? В 2010 году 8,5 миллионов тонн. Как я уже сказал, в этом году будет 11 миллионов тонн. Рост значительный. Это тоже машина для перевозки контейнеров внутри порта. Допустим, вот ваши контейнеры, которые приходят на терминал, они до склада довозятся с помощью таких машин. Либо таких, либо может даже такая использоваться. Пожалуйста, как дела обстоят в Союзе? Ожидаете ли забастовки? Надо сказать, что вы попали в самую больную точку. И для нас тоже. С первого раза. Это самая действительно большая проблема. Хотя проблем много. И кризис мировой, и падение конкурентоспособности европейских стран по отношению к азиатским странам, распределение грузопотоков и так далее, балтийский порт, услуга и так далее. Но самая горячая для нас тема – это, конечно, рабочая сила. Отношения с профсоюзом строятся на основе договоров. Действует сейчас двухгодичный договор. Его срок действия заканчивается весной следующего года, в марте. Уже сейчас начинаются переговоры о том, какие будут требования предварительно, какой может быть ответ на эти требования. Переговоры ведутся. Ну, наша компания делает все возможное, чтобы события 2009 года, марта, не повторились. У меня вопрос тоже есть. Такой практически технический вопрос относительно отметки в ЦМР, когда контейнеры забирают из порта. Раньше Стивека ставила дату, а вот уже на протяжении, мне кажется, года дата не ставится. Вы имеете в виду сдачу порожнего? Да, когда забирают контейнер. Не все в наших силах решить все вопросы, но то, что в наших силах мы делаем, я уже об этом сказал, это развитие электронной обмена документации с экспедиторами, с владельцами, судоходными линиями, с таможней и так далее. Там, по-моему, накрыли уже. Все бесплатно. Как бы... Удовольствие получаете.
нас сейчас выступает очень большой человек. Кира из Северного института логистики. То есть у нас доклад очень научный. Прошу очень быть внимательными. Очень много научных вещей сейчас будет рассказано. So I work for North European Logistics Institute here in Kolkata, and I'm the project manager for a project called Suloin, which focuses on developing international networks around logistics. So we focus on development of logistics and have many projects, EU projects and also corporate development projects. And I would be very happy to help you if you have any ideas related to Russian-Finnish projects. So please contact me. And that was it. Taxation is done in Finland, and everybody knows that when you import a car to Russia, it's in, is it one or two within 1 or 2 weeks you need to pay the needed taxes, import taxes there. But if the cargo is not sold and the cargo is near the customer in Finland, and then when it's sold, it's 2 days in Moscow. So then only after that. They pay the necessary taxes. Yeah. So I think so that this was the my presentation, and thank you for your attention. Оформление на границе, это очень общее сказано, значит, речь идет о некой, скажем так, технологической схеме, которая была презентована в мае этого года на международной таможенной выставке в Санкт-Петербурге в Ленэкспо, и на данный момент реализована на одном из терминалов в Светогорске. Она уже работает, там, ну, занята с небольшими изменениями. Но в общем и целом примерно так будет показано здесь. К моменту поступления партии товара на ТЛТ предварительная декларация на товар уже прошла проверку. И АТО и ДК таможенного органа на приграничном ТЛТ, проверив идентичность данных, заявленных в предварительной декларации на товар и товаротранспортных документах, таможенный орган производит выпуск товара для внутреннего потребления на территории Российской Федерации. Хотелось мне всю жизнь посетить такую вот конференцию. Ни разу, честно говоря, не был. Они все в Питере, в Москве. Но ехать лень было. Ну вот, привез сюда вас всех. Так что спасибо, что приехали. Наконец я побывал на конференции. Наконец-то конференция рядом с моим домом. Очень приятно. Так, мы... Сложный доклад будет. Мне
написали текст, сейчас будем пытаться разобраться, что тут написано. Вот, поэтому, к чему все это говорю? Потому что вот мы с Игорем Трохиным, хотел Игорь объявить официально о том, что мы с Игорем Трохиным договорились, и еще с несколькими партнерами, договорились об открытии в Котке русской школы логистики. Это будет школа, которая будет принимать студентов из России, заниматься обменом студентами между Россией и Финляндией. Здесь мы будем в течение какого-то времени их учить, показывать на конкретных примерах, на практике, как, что происходит. И второе, я хотел сказать, что одновременно с этим, это речь будущего года, а одновременно с этим мы уже в конце октября начинаем, это уже будет второй семинар, мы начинаем проводить семинары в Котке практически, где как раз будем обсуждать вот правила заполнения документов, мы будем, в общем-то, трогать руками на складе все системы, как это все работает. Поэтому вот Петр Травинский может приподняться, он является как бы партнером по семинарам. Я надеюсь, что семинары будут раз в 3 месяца. Я надеюсь, что мы будем брать достаточное количество слушателей заинтересованных. Семинары будут происходить в отеле «Сокос», там у нас будет аудитория своя первое время. А потом, я надеюсь, мы все это объединим с Игорем и сделаем семинары уже при университете прикладных наук в Котке. В планах семинара это просто рассказ о бизнесе, от людей, которые реально занимаются бизнесом. Это будет мастер-классы, то есть мы будем делать от начала до конца, например, на примере контейнера, от момента букинга до момента как бы, прохода границы. Будем показывать, как это делается, какие документы оформляются, причем компьютер будет с нами, и мы будем оформлять реальные грузы. Это может быть кому-то интересно. Я надеюсь, Лаура присоединится к нам. И мы также будем оформлять импортно-экспортные документы, тэшки будем оформлять, посмотрим, как это происходит. Я надеюсь, что мы поедем еще на несколько складских комплексов и посмотрим, как работает вот реально шрифт-кодирование, как работают метки, возможно, в стиверка. Так что ваше участие было бы очень желательно. И более того, если вы хотите поучаствовать в партнерах, в качестве партнера этой программы образовательной, то есть было бы вообще очень здорово. Все вопросы по российской части к Игорю и к Петру. Все вопросы организации здесь, ко мне. Спасибо.